Уважаемые наши туряки, жители Тульской области, значит, убедительная просьба. Значит, исходя из того, что нерабочая неделя объявлена президентом, это не каникулы, это не выходные, это не праздник какой-то, это вынужденная мера для того, чтобы каждый из вас находился дома, занялся своими домашними делами, привести в порядок домашний уют, квартиру, дом, выспаться, отдохнуть, посмотреть кино, пообщаться в соцсетях с друзьями, с подругами, с детьми, с бабушками, с дедушками. И это убедительная просьба находиться дома, не выходить из дома. Вы обезопасите себя, вы обезопасите наших граждан и поможете нашим врачам бороться с той инфекцией, которая у нас обрушилась.